Это песенка по Украине. Ольга, Vladimír a ich deti, 1,5-ročný Romanko a 4-ročná Alicka, boli prví, ktorí počas vojny našli útočisko v slovenskej rodine. Ольга je meteorologička, teraz na materskej, a Vladimír automobilový dizajner, spolupracujúci s poprednými automobilkami v Nemecku. Veľmi sa podobajú na rodinu nášho prostredného syna. Aj preto sme ich i hneď ubytovali a na neobmedzený čas poskytli rodinné zázemie, takmer podobné domovu. Prečo vy rešili pokinúť Kiev i ujechať v Slovakiu? Ну, мы проснулись от того, что город начали бомбить. Оля слышала эти взрывы, да. Я спал, она разбудила меня. Ночью был взрыв. Я его услышала, но не поняла, что это такое, но взрыв был. А проснулась я от звонка моих родственников. Они спрашивали, как вы, что с вами. И я выглянула в окно, и люди бежали. Люди бежали уже с рюкзаками, с чемоданами, с детьми. И у нас было минут 10, чтобы собраться, чтобы закинуть в чемодан документы, взять детей, одеть, сесть в машину и поехать. Вот так это было. Это был ваш план уже давно? Нет, нет, нет. Нет, просто плана не было. Меня разбудила Оля. Я ей сказал, что нужно быстро собраться и взять самое необходимое. Не нужно там приводить себя в порядок, да. Еще что-то. Потому что у меня сразу был приоритет уезжать из города, чтобы я предполагал, что могут начаться большие пробки, потому что когда я видел, что люди начинают бежать, садиться в машины, что чем больше мы будем собираться, тем сложнее будет уехать. Может быть, что это была последняя возможность, чтобы семья осталась вместе? Да. Ну, конечно, да. Оля, ты украинка? Украинской национальности, и Владимир русский. Не так? Совсем так. Узбекистан. Я родилась в Узбекистане. А. Вот, училась в Москве, а жила в Киеве. Мы растили там детей. Но твой папа бывший солдат. Ну, он не то что солдат, он в Советском Союзе был музыкантом в военном оркестре. А, так. У него 55 лет. Да. И он хорошо помнит эпоху социализма Советского, да, Советского Союза. Как он видит этот конфликт? Мы с ним сейчас расходимся во мнениях и ругаемся, потому что он находится в России, а там у них нету информации никакой. И только что об этом кажется вся пропаганда русская. Только пропаганда, да. И эта пропаганда, она длится уже 20 лет, по сути, для... Та же самая. Да. И это настолько уже в головах людей привычная для них вещь, что им достаточно, чтобы поверить во что-то, просто прочитать об этом на каком-нибудь новостном ресурсе, который контролирует государство, либо увидеть то, что скажет телеведущий по телевизору. Они уже привыкли этому верить. Если не можешь или не хочешь, не говори, но... Рома? Хотел бы ты сказать что-нибудь своему папе? Может быть, он увидит это? Ну, я послал ему несколько роликов, несколько видеозаписей от людей, которые находятся в Киеве, что на самом деле происходит. Но в основном люди более старшие, еще с советского поколения, которые, они верят тому, что говорит телевизор. Это очень сложно их переубедить. Если я этому хорошо разумею, он не согласен, что вы уехали в Евросоюз. Или? Тяжело сказать.
У нас с ним такие отношения, что я особо не спрашиваю у него. То есть у нас мы отдельными семьями живем и достаточно редко общаемся. Мама моя, она очень благодарна словакскому народу, что нас здесь приняли с теплотой, с душой. Это чувствовалось с первой секунды. С первой секунды нам сказали, пройдите в теплое помещение. Нам принесли воду, нас покормили. Была колоссальная разница, да, то, как мы чувствовали себя там, в дороге, да, что нас, нам было очень страшно. И как только мы пересекли границу, мы почувствовали себя в безопасности. И моя мама, она безумно, безумно благодарна вам, что мы живы, мы здоровы, сыты, что у нас теперь все хорошо. Вот. Мы рады, что мы могли в этой нелегкой жизненной ситуации помочь вам. И верю, что не последний раз мы видим. Много счастья. Спасибо. Спасибо вам большое. Odvtedy sme pomohli ešte ďalším 6 alebo 7 rodinám z Ukrajiny. Na tú prvú však nikdy nezabudneme. Миллиарды. Я просто в шоке была. И Сатурн.